Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите информационный выпуск на канале Forex Новостей Инстафорекс ТВ. С вами я, Ольга Витковская. Резервный банк Австралии ожидает ухудшения ситуации на австралийском рынке труда. Такие опасения регулятор озвучил в протоколе ежемесячных заседаний Центробанка. Масса опережающих индикаторов просигнализировали о возможности слабого роста занятости в ближайшее время в экономике Австралии. Ввиду проблем глобальной экономики спрос на рабочую силу падает. В настоящее время отмечена позитивная динамика в сокращении уровня безработицы. Спрос может восстановиться и вследствие сдержанных темпов роста потребительских цен, что ведет к увеличению производительности труда и заработной платы соответственно. По крайней мере, представители Резервного банка пока не планируют дальнейшего смягчения монетарного курса. Напомним, в начале декабря Центробанк снизил свою процентную ставку на 0,25 пункта до 3%. Годовых. Протоколы заседания своими неоднозначными данными смягчили курс национальной валюты. По отношению к американскому доллару Ози опустился на 40 пунктов, к уровню в $1.5.15 за 1 австралийский доллар. Относительную поддержку австралийцу оказали данные о восстановлении экономики Китая, основного торгового партнера Австралии. Вы смотрели новости, подготовленные для вас информационной группой InstaForex TV. До свидания.